Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас из солнечного Джима Т. Сегодня у нас на обзоре небольшой, но уютный и очень новый отель. Он работает всего лишь второй год. Называется «Море Тима». У него есть свой пляж, своя территория, анимация, все включено. И шикарные номера, друзья. Я уже все посмотрел, даже позавтракали. Было очень вкусно. Ну а теперь поподробнее для вас. Здесь просто шикарнейшее место расположения. Улица Железнодорожная, 3. С правой стороны Пионерский проспект. Напротив нас находится парк аттракционов и один из лучших аквапарков. Он, кстати, есть на обзоре. У меня называется Тики-Так. Моя дочка его очень сильно любит. С правой стороны у нас имеется парковка собственная. Она идет за доплату. И давайте зайдем на территорию и посмотрим, как здесь все выглядит. Доступ на территорию идет по браслетам. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем прекрасном, уютном и замечательном отеле «Море Тима». Мы работаем всего лишь год и уже приобрели очень много положительных отзывов от наших любимых гостей, с которыми вы можете ознакомиться на Яндекс.Отзывах. Теперь позвольте познакомить вас с нашим отелем. Вся территория отеля, помимо пляжной, находится прямо перед отелем. Она огорожена, безопасна для вас. С левой стороны у нас бар. Здесь также находится промежуточное питание. Можно расправить зонтики, если вам становится жарко под солнышком. Сегодня у нас температура воздуха 26 градусов, и людям комфортно отдыхать. С правой стороны у нас есть зона активности. Это стол для пинг-понга. Далее идет детская площадка с прорезиненным покрытием. Ну и с правой стороны мы видим территорию парковки, которая также находится под охраной. Здесь у нас самое главное — это бассейн. Бассейн здесь больших размеров. Он имеет как взрослое, так и детское отделение. И здесь вот на этой площадке перед самим отелем и в самом бассейне постоянно происходят разнообразные активности. Всем привет! Вас приветствует служба команды анимации отеля «Море Тима». Я отвечаю за ваше хорошее настроение на нашей территории. У нас клевые развлекухи каждый день. Самое основное — это детская развлекательная программа, а также дискотека для взрослых. У нас есть водное поло в бассейне, самые клевые турниры. Мы с вами всегда с 10 утра до 10 вечера. Приезжайте к нам в отель, ждем вас! Привет, как тебя зовут? Меня зовут Кира. Откуда ты приехала? Я из Чебоксар. Как тебе отдыхается в «Море Тима»? Мне очень классно здесь. Как тебе анимация? Прикольная. Бассейн? Отличный. Кушать? Да, вообще очень прикольно. На море ты ходишь? Да. Купалась? Да. Дельфинов видела? Да. Стоит приезжать? Очень стоит приезжать. Ты хочешь еще вернуться? Да. Спасибо тебе, хорошего отдыха. Подойдем поближе к самому бассейну. Посмотрите, какая прозрачнейшая водичка. С левой стороны есть гидромассажи, которые работают на постоянной основе для вас. В общем, бассейн вас ждет. С левой стороны от бассейна есть, как я сказал, бар. А также это точка перекусов. Здесь разнообразные снеки, пирожки с картошкой, с капустой, с сосиской в тесте. Здесь для вас приготовят молочные коктейли. Также можно пиво двух видов, вино четырех видов, водка из крепких алкогольных напитков, а также коктейли на ее основе будут рады для вас приготовить. Есть мороженое, сладкая вата и много-много чего еще. Все более подробно вы можете увидеть здесь на стенде, но тут озвучено не все. А также вот анимационная программа на сегодняшний день, друзья. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Также есть фрукты и лимонад для того, чтобы детки сами могли наливать. Здесь со льдом охладиться в такую жаришку всегда очень приятно. И, собственно, вот уже началась анимационная программа. А теперь, друзья, давайте пройдем в сам отель, познакомимся с его питанием и номерами. Мы попадаем на ресепшн. Здесь он довольно-таки просторный, есть место отдыха. Здравствуйте. Доброе утро. Будем рады приветствовать вас в отеле. Перемещение по отелю осуществляется либо по лестнице, либо на лифте. Лифт тут большой, просторный, с зеркалом. Двигается довольно-таки быстро. Находимся на четвертом этаже, показываем номер 401, это студия, друзья. Доступ в номер по браслетам, здесь электронное табло. Браслет у нас включает освещение, здесь можно указать либо не беспокоить, либо запросить уборку в номере. С правой стороны место для хранения, в первом отделении у нас подушка, сейф, полотенца, тапочки, простыни, одеяло и холодильник. Здесь стоит софа, над ней можно повесить верхнюю одежду. С левой стороны одеяло, плечики, халаты, гладильная доска и
утюг. Далее у нас идет раскладывающийся диван, за ним прикроватные тумбочки, большая двухспальная кровать и еще одна тумбочка. Над ней бра и сплит-система. Обратите внимание, насколько этот номер большой и просторный. Здесь у нас размещение до 4 человек. Тут находится столешница, на ней имеется микроволновка, приветственная шампанское, водичка, чайник с кружками и набором чая. По прямой от кровати висит телевизор. Тут в уголку у нас перед балконом есть будуарный столик с зеркалом и креслом. Выходим на балкон. Выхода на балкон у нас два, и с той, и с этой стороны можем это сделать, но балкон объединен. С правой стороны у нас стол, три стула, и с левой стороны также стол и три стула. Отсюда у нас вид на прилегающую территорию. Тут бассейн, шезлонги, бар, детская площадка и великолепный вид на парк аттракционов, который находится у нас рядышком. В номере вы слышали, насколько было тихо, очень хорошее остекление и звукоизоляция. Это великолепно. Смотрим санузел. Здесь с левой стороны ванна, есть унитаз, полотенцесушитель, телефон, такая большая панель с зеркалом, раковина и мыльные принадлежности. Также фен и доп. Зеркало. Стоимость отдыха в этом номере? 15 600. На четверых. Четвертый этаж, номер семейный. Здесь у нас два входа в один номер. Посередине механическая дверь, которая их разделяет. Здесь вы можете включить освещение по браслету. Имеется такой податчик требования уборки, либо не беспокоить. Открываем первое место для хранения. Здесь у нас подушка, плечики, халаты. Посередине вы можете повесить вашу верхнюю одежду. Далее наполнение шкафа – это доп. Одеяло, сейф, тапочки, полотенца, простыни и внизу холодильник. Сам номер очень просторный, большой матрас на двухспальной кровати. Возле нее прикроватные тумбочки. Матрас, вы видите, что очень упругий, новый. Есть бра, сплит-система над креслом. Кресло тоже раскладывается. Перед креслом у нас стоит стол. На нем находится чайник и набор водички. Отсюда мы можем выйти на балкон. С балкона у нас вид на зеленую территорию Пионерского проспекта и детских лагерей. На балконе имеется стол, два стула. С левой стороны вы можете посушить ваши вещи. Здесь имеется ростовое зеркало на шкафе. Смотрим санузел. Большой, просторный. С левой стороны панель, на ней раковина, мыльные принадлежности, полотенце дополнительное, зеркало и большое с подсветкой. С левой стороны фен висит. По прямой унитаз, над ним полотенцесушитель, а с правой стороны большая душевая зона с тропическим душем. Вот я большой какой, спокойно здесь помещаюсь. Следующий номер мы попадаем через дверь, которая закрывается на механический замок. Здесь расположение всей мебели такое же. Имеется большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, раскладывающееся кресло, сплит-система, бра над кроватью. С левой стороны приветственное шампанское на столе, кресло, водичка, чайник и зеркало. Также напротив кровати в обоих комнатах висят телевизоры. Смотрим балкон. Балкон такой же, только зеркальный. С левой стороны место для сушки вещей, с правой стороны стол, два стула и вид на зеленую территорию. Перед входом стоит шкаф, на нем также имеется ростовое зеркало. Смотрим наполнение. Здесь у нас одеяло, сейф, тапочки, полотенца, простыни и холодильник. С левой стороны у нас подушка, плечики, халаты. Посередине можно повесить верхнюю одежду. Санузел в этом номере точно такой же, только зеркальный. Тут с правой стороны зеркало, панель, на ней раковина, фен, мыльные принадлежности, телефон. Есть унитаз, полотенцесушитель и с левой стороны большая душевая зона с тропическим душем. Стоимость отдыха в этом номере 43 550. На пятерых человек. По системе ультра все включено. На этажах имеются гладильные доски с утюгами. Хочется обратить ваше внимание на коридоры. Здесь они очень просторные и широкие. Это большая редкость для наших отелей. Перемещаться по этажам можно также вот по такой красивой широкой лестнице. Четвертый этаж. Двухместный номер с доп. Местом. Стандарт. Смотрим. Доступ в номер по браслетам и также для освещения оставляется браслет. С левой стороны мы указываем на электронном табло, что номер надо убрать, либо не беспокоить. Место для хранения. В шкафу у нас подушка, халаты. С левой стороны можно повесить вашу верхнюю одежду. Дальше наполнение. Это одеяло, сейф, доп. Полотенца, тапочки и белье. Снизу имеется холодильник. Сам номер довольно-таки просторный и вместительный. Имеется двухспальная кровать с хорошим плотным матрасом. С левой стороны прикроватная тумбочка, бра. И с правой стороны та же самая картина.
картина. Друзья, напротив имеется будуарный столик со стулом, на нем стоит приветственная шампанское, водичка, стаканы, чайник, телефон, а также имеется зеркало. Напротив доп. Место в виде кресла. Работает сплит-система. Выход на балкон. Балконы здесь все просторные. С левой стороны имеется стол, два стула и вид на бассейн. Здесь люди развлекаются, получают солнечные ванны, если надо, раскладываются зонтики и играют в водное поло с аниматором. И это прекрасно. Смотрим санузел. Здесь они все просторные. Зеркало большое, дополнительная подсветка, фен, раковина, доп. Полотенце, телефон, унитаз, полотенце. Сушитель с правой стороны. Огромная душевая зона с тропическим душем. Водичка бежит. Стоимость этого номера? 10 400. На двоих. Если вы приедете с ребенком до 6 лет без выделения доп. Места на него, он будет бесплатно. Но обо всех нюансах уточняйте при бронировании. Вам обо всем все подробно расскажут. Сейчас, друзья, обед, и мы идем с вами смотреть ресторан «Светскую линию». Доступ можно вниз пройти на цокольный этаж по лестнице, а также спуститься на лифте. Здесь я его без зазрения совести называю рестораном. Вы сейчас все увидите, насколько здесь все даже выглядит вкусно. Но мы с утра уже завтракали, и нам очень все понравилось. Большой зал, работает кондиционер, очень красиво и уютно. В нем имеются кресла, мягкие, удобные. Здесь, как в настоящих ресторанах, вы посмотрите, какая сервировка столов. Тоже очень симпатично выглядит. С левой стороны детские столики и стулики для самых маленьких. Они здесь могут после еды поиграть, пока родители их принимают пищу. Тут у них есть телевизор. Проходим к самой линии раздачи. Имеется микроволновая печь, если вдруг вам что-то надо подогреть. Хотя здесь, в принципе, все стоит на мармитах. Есть соки. Дальше набор фруктов разнообразных, причем разнообразие очень большое и все оформлено красиво. Вино красное полусладкое, вино красное сухое, вино белое сухое, вино белое полусладкое, молоко, ряженка, кефир, сок томатный. Здесь у нас соленья и морская капуста, и грибочки, и перец, и болгарский перец соленый, свежие овощи, огурцы, помидоры, салат крабовый, салат с морепродуктами. Как вам такой выбор? Первым блюдом здесь борщ зеленый, суп с фрикадельками и, конечно же, есть бульон. Люля-кебаб, жульен, я прям хочу его туда, крылья барбекю, это 100% надо пробовать. Тефтели паровые, овощи жареные, рис отварной, картофель пай, ну это прям фантастика. Есть чесночные булочки, это вообще вам зайдет, и хлебушек. Далее идет кофе-машина и чайная станция. Здесь также большой выбор разнообразных сладостей. Как говорится, кушай в удовольствие. И есть детское питание для самых маленьких. Набор соусов. Здесь и икра кабачковая, аджика, кетчуп. Аджику я буду дегустировать. Сметана, горох, кукуруза, майонез и сгущенка. Выбор действительно большой. Есть и масла. То есть, в принципе, все, что мы видели с вами в других шведских линиях. И тут даже больше, потому что это все так компактно и более уютно. По крепким напиткам мы вам на баре рассказывали про вина, и эти вина там присутствуют. Но там плюс еще крепкий алкоголь. Здесь его нет. Мы будем рады вас видеть в нашем прекрасном отеле «Маритима». Видите, как повара стараются для вас. Вот так вот выглядит то разнообразие блюд, которые мы набрали, потому что хочется вроде бы все попробовать, но, допустим, здесь мы курочку эту взяли в двух экземплярах, потому что хотим поесть, жульенчик как-то чуть-чуть всего лишь. Суп зеленый, это прям вообще огонь. Ну и всего по чуть-чуть. В общем, тут выбор, и причем выбор именно вкусных блюд, и это круто. Смотрите, самые маленькие приходят, хватаются сразу за игрушки и на детскую зону, пока родители будут готовить стол. Праздник каждый день. Это имеется в виду шведская линия, да? Праздник каждый день. Пробуем. Тут комфортно, работает кондиционер. Вы видите, что люди уже почти тоже набирают себе еду. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Я прям не ошибся. Борщ зеленый, 1000 лет не ел. Мама меня к нему приучила, он очень вкусный. Помню, как в детстве сопротивлялся. Не хочу, не буду, а сейчас увидел и сразу сам себе набрал его. Впервые на шведском соле взял тесто. Ну, то есть хлеб какой-то, потому что это с чесночной булочкой. Я тоже хочу. Вот так выглядят тарелки после вкусного борща. И Оксана тоже свой практически уже победила. Картошечка. Вкусные специи и приготовлено идеально. Мне было очень интересно попробовать жульен. Вкусно тебе?
А теперь он ест все. Теперь это его еда. Жульен вообще прям пушка. Пушка, да, жульен? Это очень вкусно. Вот я ем и понимаю, насколько здесь царит какая-то другая совершенно атмосфера, отличная от других больших отелей. Здесь все так компактно, уютно, классно. Меня очень порадовало, что между собой люди общаются с сотрудниками отеля по именам. То есть они друг друга уже знают, когда не такое большое количество персонала, отдыхающих, то есть всех запомнить, познакомиться, улыбаться. Это прям круто. Знаете, как будто большая такая семья на отдыхе. Я со стороны смотрел, наблюдал без участия своего. Мне хотелось к ним тоже в их беседы, потому что общаются, улыбаются друг с другом. Круто. А кухня, то, что я попробовал, повар старается, потому что его все знают тоже. Спасибо. Тебе понравилось? Да. Соус таджика тоже очень классный. Как салатик? Вкусно. И мидии, и кальмары, оливочки. Еще мне было очень интересно, какие на вкус люляшечки. Прям кайф. Очень пикантное. Я понимаю, что это готовится в жарочном шкафу, но повар сделал так, такое ощущение, как будто только что с мангала сняли. Может, конечно, с мангала, я просто ошибаюсь. Я очень также люблю капусту отварную, цветную. Она вкусная, как грибочки. Вкуснятина. Здесь у нас баклажан, перчик. Восхитительные грибочки. Тефтелька. Для детей сегодня уверен, что тефтеля и картошечка будут самый лучший выбор. Обратите внимание, что все магниты открываются, закрываются, чтобы всегда еда была теплая. Правильная температура для потребления ее в пище. У нас освободились тарелки. Подошел у нас парень и забирает. Спасибо тебе большое. Ребята работают. Тут персонально, как я говорю, с каждым. Такие лапочки все прям. Отель у меня какое-то умиление вызывает. Ощущение, как будто большая семья. Вот по-другому не могу сказать. Крылышки прям вообще топ. Как в ресторане? Или вкуснее? Вкуснее. Соусами, конечно. Ну, как должно быть, барбекю. Так, морская капуста. Так, морская капуста. Ну, она полезная. Соленый перчик еще. Это такая, что она такая вкусная, какая-то необычная. Я таких и я. Кто-то очень хотел салат с морепродуктами, но не подрасчитал. Теперь ем его я, но офигенно, поэтому я съем. Самое прикольное получилось с грибами. Все взяли по чуть-чуть. Да, и Оксана взяла грибов, и я взял грибов. Они тут такие вкусные, и я их тоже съем. Как желешечка. Вкусно. М-м-м. И крем вкуснее. Да, клевенький. Киви хочешь? А я никогда такого не ел ложечкой, чтобы вышкабыливать. Вкусно. Клубника действительно. Она даже, знаете, больше не клубника, а такой земляничный вкус у нее. Давай, короче, в следующей серии у меня уже будет живот. На заставку поставим, давай. Дорогие друзья, я хочу, чтобы Оксана сказала пару слов об этой кухне, потому что она была вообще сверхдовольна. Как тебе? Мне очень понравилось. Было вкусно, сытно, красиво. Спасибо. Согласен полностью. Чуть-чуть фрукты уже через «не могу» идут, все остальное мы съели полностью. Все позиции, которые брали, были супер. Причем из голодухи такой еще и когда сбежали, тут настолько вкусные ароматы были, что сегодня мы понабрали, как будто впервые пришли на шведскую линию. Но это было восхитительно. Поварам большое спасибо, низкий поклон и уважение. Вы большие молодцы, как и всему, в принципе, отелю. Все, мы с собой берем одно вкуснейшее яблочко. Смотрим, вот так, сладости на месте. Ну и по мармитам. Еще все блюда, достатки есть. Салатики, соуса, соленья, ну и фрукты. Все еще в большом ассортименте. Ой, как нам было вкусно, как уютно и прекрасно. Даже не хочется покидать территорию этого отеля. Тут только начинается где-то все веселье. Но мы с вами отправляемся на пляжную территорию. Перед пляжем Оксана захотела себе молочный коктейль. Собственно, мы его сейчас и продегустируем. Поддался этому желанию, дегустируем коктейльчики. Вкусняшка. Вкусно. До пляжа здесь заявляют 10 минут прогулочным шагом. И пляж свой, это очень важно. Здесь мы доходим до пешеходного перехода и можем пойти двумя путями. Либо с той стороны дороги Пионерского проспекта, либо с левой. С правой стороны здесь вся инфраструктура GMT. Если вдруг вам чего-то здесь не хватит. Там также еще и парки аттракционов, кафе, бары, рестораны и другие развлечения. Переходим, я думаю, что пойдем вдоль
парка аттракционов и аквапарка. Так будет поинтереснее. Даже сейчас уже утром многие ребятишки пришли в парк аттракционов, Солнечный остров, и развлекаются там. Работают все аттракциончики. Далее имеются разнообразные развлечения, всякие точки общепита, которые вас с удовольствием приглашают. И зоны отдыха в вечернее время здесь еще больше все кипит и разнообразно, потому что спадает жара, и люди приходят повеселиться сюда. Дальше находится здесь аквапарк. Также для самых маленьких разнообразные прокаты машинок. Аквапарк заполнен людьми, все работает и ждет вас, чтобы вы тоже сюда пришли. Ребятки, здесь я увидел, что открылась корейская точка питания, и обязательно сюда приду. Там столько разнообразных блюд, которых я даже не пробовал. Пробовал только том-ям. Дальше мы проходим. Нам чуть-чуть остается до пешеходного перехода на светофоре. Здесь вообще большущий прокат всяких электромобильчиков для ваших детей. И столовая находится еще одна. Тут такой ребрендинг сделали у столовой. Прям круто смотрится. Здесь есть шашлыки. Ребята жарят их очень вкусно. Могу вам советовать. Поворачиваем направо и выходим уже через арочку GMT-1 к морю. Ждем зеленого человечка и перебегаем через дорогу. Точнее, по переходу надо переходить. Здесь у нас улица, которая приведет нас очень быстро к пляжу, на которой находится огромное количество тоже разнообразных торговых павильонов. Это кафе «Полет» с правой стороны. Здесь продают очень много сувениров. Впереди там питейные заведения. Хотя на все включено. Зачем вам эти алкогольные напитки? Еда. Даже не знаю, стоит ли показывать все эти места. Но я думаю, для ознакомления будет интересно. По тротуару двигаемся к морю. В следующем году этот проход обещает вообще преобразиться, так как здесь появляется у нас отель очень большой. И он будет его преображать. Фруктовые павильоны. Здесь еще две столовые подряд находятся, которые тоже хвалят. Если вы уже где-то в этом году ели, пишите, как вам. Кстати, выглядит все уже очень достойно. Все, кто переживали, что стройка тут будет мешать, ничего не мешает. Здесь появится Хилтон. Крутой новый отель. Это будет очень классно. Но сейчас мы по правой стороне без особых проблем добираемся уже до конца этого парохода. То, как преображается это место, вы можете уже увидеть. Там благоустройство завершили. Новые магазины будут такие красивые, а не все, как это было раньше. Я думаю, что появятся еще лавочки, освещение, озеленение. И проход стал гораздо шире и приятнее к морю. День добрый, ребят. Еще торговые павильончики с едой. Здесь же Матинский проезд у нас поворачивает направо. Но нам надо еще пройти мимо Белого пляжа по прямой туда дальше. Здесь подкрывалось очень много разнообразных павильончиков. В общем, коммерциализация этого парохода зашкаливает, друзья мои. Даже умудрились мини-маркет сюда впихнуть. Жалко, конечно, на фруктах, овощах нигде нет ценников. У него домашние персики под топ-50. Ну, люди, походу, голодали. Вот прям на чебуреке. Либо они здесь очень вкусные. И вот она, пляжная территория. Перед выходом на пляж здесь есть санузел, который для вас бесплатный. По браслетам, друзья. Дальше у нас настила до самого вашего пляжа. Здесь предлагают разнообразные морские прогулочки. Тир есть. Ну, и вам советую, пожалуйста, уточняйте, сколько стоят рисуночки на вашем теле. Конечная стоимость, чтобы не попасть, как говорится, в неприятности. Это очень важно. И по нашим золотым песочкам россыпи GMT, который так и переводится, золотые россыпи, мы уже видим море с них. С левой стороны дюны. И с левой стороны есть батуты, на которых можно попрыгивать. Переодевалок. Большой такой комплекс. Есть бар на пляже. Ну и с левой стороны вы видите флаг самого отеля Maritim. Куда вы и проходите получать бесплатные навесы. Которые у вас уже включены. То есть большая такая зона отдыха с навесами, друзья. И до моря крайне близко. Здесь есть душевые также для вас. И по прямой мы сейчас выйдем на пляж. Здесь очень красиво смотреть при выходе на море, само море, как оно классно и маняще выглядит, друзья мои. Посмотрите, какая сегодня цветовая палитра. Самое главное, чтобы море было чистое и привлекательное. Пляж, видите, что убран. Здесь все в этом плане прям очень хорошо в этом году. Температура воздуха 30 градусов показывает сегодня. И у нас вот такая вот переменная область. Что облачки, то солнышко жарит. Это очень классный контраст, прикольный.
благодарность. Как вас зовут? Меня Юрий, я из Курска, но... Очень приятно, Юрий. Целое лето. Это прекрасно. Мы вообще всегда летом свои апартаменты. Эти псины, я все время смотрю вас. Спасибо. Вы молодец, вы помогаете нашим воинам. Добрый. Спасибо. Я уже немножко старенький, но все равно мы по-своему. Спасибо. Я вас узнал, очень приятно мне вас увидеть, дорогой. А вам хорошего отдыха, чтобы верно не было вам. У меня здесь и отдых, рыбалка. То есть все есть. Просто я на пенсии, и я здесь целое лето бываю, да. Сейчас дует у нас северный ветер, и море немножечко у нас подостыло. Поэтому людей, купающихся в море, не так уж и много. Но осталось еще чуть-чуть, и вода будет по всей поверхности моря одинаково теплая, классная, прекрасная. Приезжайте и не бойтесь этого, тем более у вас в отеле есть подогреваемый бассейн, чем все и пользуются. Кефаль поплыла, за которой охотятся дельфины. Над морем температура воздуха 27 градусов. И сейчас замеряем температурку водички. Друзья мои, температура 28 показывает. Но из-за ветра, который пришел, здесь кажется довольно-таки прохладно. Я надеюсь, что в дальнейшем все будет улучшаться очень быстро. Людей на пляжных территориях не так уж и много. Поэтому, в принципе, мест свободных предостаточно. Всем желаем отличного отдыха. Дорогие друзья, вы сегодня посмотрели обзор на отель «Море Тима». Там вы увидели, что кипит жизнь. На море сегодня водичка прохладная, и для тех, кто отдыхает на все включено, с горячими бассейнами, развлечениями в отелях, это не особо важно, потому что там есть все, что нужно для их отдыха. Люди приехали и получают максимум удовольствия. Пляжная территория у них сейчас свободная. Вы получаете отдых, удовольствие и развлечения для вас. Ценник. Пишите сами в комментариях, как вам. Я надеюсь, что это было максимально полезно, интересно и познавательно для вашего понимания, куда вы приедете на отдых. Старался максимально объективно и красиво вам все показать. С вами сегодня были Юрий Азаровский и Оксана, которая для вас сейчас снимет еще и видео «Море». Приятного вам просмотра. Ждем вас в комментариях от души. Такая релаксовая музычка, она играет здесь и на этажах, и в столовой, и здесь, на этой зоне отдыха. Было очень вкусно и приятно. Еще раз, очень крутое такое послевкусие после этого отеля, после больших таких грандиозных попасть в такой, вот смотрите, просто семейный классный отель. Ребята сидят, отдыхают уже большими компаниями, приехавшие из разных городов, перезнакомились, и у них здесь все хорошо. В общем, друзья, выбирайте отдых на свой вкус. Кто-то хочет грандиозность, что-то большое, кто-то такое маленькое, уютное в Джимате. И я думаю, что благодаря разнообразию таких мест в Анапе вы можете выбрать именно тот отдых, который вам по душе. Маши ручки. Это тоже мой подписчик, он здесь работает, в этом отеле. Thank you.
Находимся на 4-м этаже. Двухместный номер с доп. Местом. Проходим. Фото осуществляется по браслетам, а браслеты нужны для того, чтобы включить свет. Смотрим наполнение шкафов, подушки, халаты, одеяло, сейф, полотенце, тапочки, постельное белье и холодильник. Дальше проходим в комнату. Здесь у нас Юра с раздвинутыми широко ногами. Тестирует матрас. У кровати есть вот такие вот тумбочки прикроватные. У тумбочек есть розетки, телевизор, чайная станция, зеркало, стул, доп-место и выход на балкон. Проходим. Спину ровно держим. Вид с 4-го этажа на бассейн. На балконе есть? На балконе есть стол, стулья, вешалка, сушилка.